Недавно все мы с вами узнали, что муж Наденьки, мейхер Михаил, не любит борщ. Но у Надюши есть секрет. Фирменный суп, рецепт которого мы сегодня с вами узнаем. Встречайте, Надежда Мейхер. Здравствуйте. Моя дорогая. Я нашла альтернативу борщу, суп-харчо. Сегодня мы готовим суп-харчо. Да. Харчо – національний грузинський суп. Характерною ознакою цієї першої страви є поєднання м'яса, а саме яловичини, та тертих грецьких горіхів. Але на сьогоднішній день існують десятки рецептів цього супу, є навіть і пісний. Імпровізувати дозволяється з усім, навіть з м'ясом. Курка чи баранина нічим не поступляться неймовірному смаку. Який з цих рецептів улюблений чоловіка Надії Мейхер Михайла? Дізнаємось вже зараз. Мне интересно, где ты научилась его готовить? В принципе, харчо не очень украинский суп. Совсем, скажем так, не украинский. Поскольку я, будучи еще участницей группы, очень много исколесили по миру и были в прекраснейшей совершенно стране, в Грузии, в городе Тбилиси. Я попросила рецепт у местного шеф-повара. Боже, представляете? А вы же понимаете, Надя Мейхер просит рецепт. Да, а вы... Вышла сразу с ножом такая... А никогда вот рецепты свои никто не рассказывает. Ну, безусловно, это секрет, поскольку в эту страну мы очень редко летали. И нож был у тебя в руках. Нож был в руках. Он свой рецепт дал возможность записать. И с тех пор ты ждала, кому бы его приготовить, и потом появился Михаил. Правда. Вот совершенно правда. Я его действительно не готовила до появления в моей жизни Миши. Ему понравился суп харчо? Очень понравился. И нам понравится. Он по-прежнему хочет открыть ресторан. У нас даже уже бульон кипит. Что за бульон нужен для харчо? Мы берем мясо, это телятина, желательно грудинка. Бросаем в кастрюлю где-то на 1,5-2 часа. Пусть оно себе кипит. А пока мы на сковородке обжарим лук и добавим туда муку. Значит так, луковицу режем напополам. Немало лука нам понадобится. Знаешь, для мужчины лука не жалко. Я тоже так всегда не жалко. Недаром о некоторых мужчинах говорят: горе ты мое луковое. Это когда в харчо много лука. Ну, вот этот вот мужчина из грузинского ресторана, он же не единственный грузин в твоей жизни. Ты понимаешь, на кого я сейчас намекаю? Понимаю. Ну, Константин Меладзе. Первый в твоей жизни продюсер. И мне кажется, ну, в жизни каждой исполнительницы, певицы наступает момент, когда она понимает, что она хотя бы слегка влюблена в этого человека. В Константина? Именно! Подожди, я просто тут озабочена поиском кружки. Да ладно? Я безумно влюблена в его творчество. Была. Ну и сейчас немножко. Сколько муки нужно положить в харчо, чтобы все получилось прекрасно? 1-2 столовые ложки. Это мы можем уже отставлять. Сейчас бросаем рис. Сейчас мы будем молоть орехи, очень вкусные, кстати. Грецкие, если что. С перцем. Ничего себе, с перцем? Да, даже не бойтесь, что будет какой-то странный вкус. Может, отдельно и будет странный. Но в супе харчо это будет просто то, что нужно. Вот это еще один нюанс, причем с которым я раньше не встречала. В рецепте шеф-повар мне написал 10 горошин. Но это уже как любит ваш молодой человек, ваш муж. Я, естественно, не 10, а 20. Какая красота! Так, значит, орехи у нас есть. Мы можем все это дело уже забрасывать. А мы что, орехи прям в суп? Конечно, естественно. Значит, сейчас мы даем ложку кетчупа. Или томатной пасты. А, кстати, есть ли грузинские песни в твоем личном репертуаре? Столько лет работать с грузином-продюсером. Пусть я знаю только, как будет красивая женщина на грузинском. Я даже знаю, почему ты это знаешь. Потому что ты много раз это слышала в свой адрес. Ах, Сирун, Сирун. Мы добавим зелень. Петрушки. Вместе с кинзой и базиликом. То есть это нужно порезать, да, Надюш?
Вот тебе перчик. Ну, все ясно. Я еще не помню ни одного человека, который приходил с острым перцем ко мне на кухню и не говорил: «На, Наденька». А да. Может, это намек? В смысле, на тебе острый перец и помолчи. Все и правильно. Нам нужно оба стручка на такую небольшую кастрюльку. Мы не сгорим на работе. Ты его не ешь. А вовремя ты сказала. Ты видела, где? Ты меня просто спасла. А! Ты понимаешь, мужчины, они не чувствуют настолько остроты, насколько чувствуем ее мы. Теперь мы можем сюда забрасывать орехи. Вот в какой момент нужно орехи закинуть? Когда уже все готово? Все в последний момент. И тут же можно чеснок. И тут еще что-то стоит в стакане и меня смущает. Это вино, что ли? Это гранатовый сок. Ого! Это тоже еще один секретный ингредиент фирменного супа харчо Наденьки Мэй. Конечно, очень важно, чтобы все продукты были максимально домашними. Так, и соль. Где соль? Соль под... Ну все, в общем-то. Так говорит Наденька Мэйхер, когда суп харчо готов. Моя дорогая, суп-харчо, да. который сегодня ты приготовила по эксклюзивному рецепту, выглядит очень аппетитно. А на вкус, наверное, просто изумительный. Знаешь, какое у меня есть предложение? Давай, какое? Дать вот попробовать нашим зрителям в зале, и мужчине дать попробовать, и женщине. Вот как они, насколько по-разному. Проверим, кстати. Кого вот прожжет. Вот эту теорию, да. Значит, пробует сегодня кто? Вот молодую девушку и молодого парня. А все остальные завидуют и аплодируют. Здравствуйте. Пожалуйста. Как вас зовут? Александр. Юлия. Александр и Юлия. Основное это, конечно, не только вкус, но и наличие острых перцев. Я так думаю, что вы впервые едите на глазах у всей страны, да? Волнуемся. Поверьте, так попадает в 10 раз больше витаминов в организм. Ну как? Нет? Ничего такого нету, очень вкусно. Вкусно! Говорит Александр. Кто приготовит и съест такой суп, у того все будет добре. О! Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Теперь все абсолютно точно уверены, что суп, приготовленный по рецепту Наденьки Мэйхер, это настоящий кулинарный шедевр. Для приготовления харчо по рецепту Надежды Мейхер нам понадобилась говяжья грудинка, лук, томатная паста, рис, зелень петрушки, лавровый лист, мука, черный перец, грецкие орехи, гранатовый сок, базилик, кинза, острый перец, чеснок. Нарезать лук и корень петрушки, обжаривать 5 минут в масле, потом добавить туда муку и воду, тщательно перемешать. В кипящий говяжий бульон добавить рис и варить минут 10. Добавить в суп томатную пасту, луковую смесь, лавровый лист, грецкие орехи и варить минут 5. После добавить гранатовый сок и проварить еще несколько минут. Когда снимете с огня, добавьте чеснок, зелень и острый перец. Люблю харчо! Какую бы нам песню спеть? У Игоря твоего любимая какая песня? Детская, может быть, даже. Ты знаешь, он у меня уже хоть и парень 10 лет, но достаточно взрослый. Он слушает... Да, он слушает, в принципе, и рок, и песню Леди Гага Алехандро. Нет, это я не почему. Да, поэтому я хоть давай Мадонна, все-таки но не до такой предлагай степени. Что-то да, свое. Так. Раз уж мы сегодня встретились в январский день, когда за окном холодно, а хочется чего-то горячего, например, супа харчо, то после супа харчо остается только спеть про январскую вьюгу. Держите. Наконец-то я поняла, для чего у меня эти штуки. А, кстати, недосолено. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и звенят города, и едят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут. Никогда не найдут. Никогда. После супа харчо вот такой вокал у нас получился. Спасибо тебе, моя дорогая, ты прекрасна.